согласен со специалистами, которые делают землю экономическим острова в следующем году. Директор BBC Тони Холл получил угрозу убийством из-за увольнения с телеканала ведущего программы «Топ Гир» Джереми Кларксона, главе корпорации и его супруги представили круглосуточную охрану. Ряд врачей из столичных поликлиник участвует в так называемой итальянской забастовке. Главное требование – улучшить условия работы, упорядочить ее график. Эти и другие темы в эфире «Бизнес.ФМ» Москве 10.46.
подготовка к судебному процессу по поводу этих 10,5 миллиардов кубометров и... ...международного, кстати говоря, а не украинского, отметил Коломойский. В шаге от дефолта агентство Moody's понизило рейтинг Украины. Аналитики агентства прогнозируют 100% дефолта.
Глава компании Airbus Commanders призвал всех не грести пилотов по родному ребенку и избегать спекуляций, поскольку...